Ну вот наше чудовище, да, давайте мы его сейчас ремешнем. Так, на сколько? 2000, наверное, хватит. 2000 ремеш. Так, идет, идет, идет. Работает штука. Так, посмотрим, сколько у него полигонов. Ну, нормально, хорошо выглядит, да? Выглядит красиво. Отлично. Так, единственное, что придется сказать ему. Сказать ему смус. И сказать, что смус у нас на по-нормальному на 30%, да? Или пускай это будет. Так, если мы 30 сделаем, он слишком острый там углы делает. Тогда 50, наверное, что-то. 60 тоже нормально. Отлично. Готовы у нас совершенно инопланетяне. Теперь мы его должны, ребята, поставить на место. На место это значит, я у нас. Вот. Поднимаем его под шипоцитом. Ну, вот этот уровень. Так. Это тоже. Шипоцитом. Вдруг смотрю, у меня самка получилась. Ничего себе, когда это я. Так. И делаем сейчас ригинг. Shift-A. Теперь мы не будем сами делать. Теперь мы воспользуемся. Так, где он у нас? Арматура. Возьмем basic, возьмем человек. Ну, хоть такой, но все равно тоже человек. Так, и мы его сейчас должны поднять. Так, он у нас. Давайте поднимем и S увеличим его. Где-то вот так, наверное. Так, и сейчас будем подгонять. Возьмем так, чтобы у нас вот здесь фронт. Смотрим сбоку. Ну и поехали. Этот ясно, что у нас он пойдет вот сюда. Этот сюда, скорее всего. Сюда. Подождите, разберусь. А нет. Это пойдет сюда. Это пойдет сюда на глотку. Это пойдет на голову. Вот так пока что. Так. Дальше ноги. Сюда. А, что же я делаю-то? Секунду, ребят. Надо все это выправить. Сначала выставить точно. Это на кадык. Это вот остается вот это вот. Так, и немножко разворачиваем. Готово. Теперь включаем X, чтобы если мы тащили что-то сюда вот, да, то с той стороны тоже это происходило. Отсюда мы пальцы потащим, если что. Так, это вот сюда пониже. Грудь нам не нужна. Убираем ее. Так. Теперь здесь, спереди смотрим. G сюда. S. Так вот. Это наклоним сюда.
и 2 потянем вниз. Так, позвоночник тоже вниз. Слишком здесь много, ну да и ладно. Теперь выбираем это все, тащим. Уже вот сюда тащим, этот разворачиваем. И так сказать вниз. Так. Здесь смотрим сверху. Сюда. Оп. Ниже сюда. 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 Сразу делаем угол. Вернее, ну, сгиб руки. Локоть. Сюда ставим. То же самое здесь. Так, выбираем вот эти, с ними аккуратно. Ставим их сразу на место. Там не надо, только здесь. Причем, если мы ее так вот возьмем, двигаем мы G по X. Вот сюда. И смотрим. Это R у нас. Двигаем. Так. Смотрим здесь, что у нас творится. Случайно нажимаю. Так. И этот сюда. С ногами у нас будет просто без всяких наворотов. Ну, вроде бы как поставили. Угу. Чудно. Так, сначала возьмемся за это. Так, возьмем так. Е. Так вот. Дальше. Е. Еще раз. Ать. Не выключил. И последний. Вот так. И тоже здесь два сделать. Ну, сейчас, естественно, это все разместить как надо. Смотрим сбоку. Фига сбоку, что увидишь. Так, сюда.
откуда вот этот взялся тут? Сразу удалить его, чтобы не мешался. Так. Что-то вытянулось лишнее. Вроде бы как я все поставил теперь. Можем проверить, как она работает. Просто пока давайте сохраним. Save as. Пробу. Проба первая. Сохранили. Так. Ну, теперь давайте, чтобы для простоты, сначала с глазами не будем играться. Потом, если что. Так. Выделяем вот это, выделяем вот это и говорим Ctrl-P и автоматическая веса. Так. Теперь вот это с этим и вот это. И тоже говорим автоматические веса. Ctrl-P. Есть. Теперь можем пойти в позинг и посмотреть. Стоп! Уйди! О, супа! Кенбер, ван! Я и Кенбер. Thank you.
Ну что ж, пробуем.
Прекрасно. Здесь. Чудо. Здесь может ногу сгибать, подгибать. Так. А здесь мы с вами сделаем так. Вот эту и вот эту. Скажем Ctrl-C, Shift-C. И скажем Rotation. То есть вращение. Это долгая песня. Но я вам покажу только один или два. И потом надо идти вот сюда и говорить, что это касается локала. И здесь локал. Для чего я это делаю? Для того, что если я начну вот это, допустим, двигать, rotation, то этот палец, вернее, этот пойдет за ним. Видите? Вот. То есть мне не надо постоянно загибается. Ну и сейчас я все вот эти сделаю. Пальцы. Потом продолжим. После того, как я это все сделал, мы можем тут этими пальчиками управлять как угодно. Допустим. Этот под огнем, ну, чтобы как бы она разнообразнее была, рука не просто торчала. Так, а это что? Так, это странно. Должна, по идее, работать, но она... Дело в том, что я вот тут пытался эту еще подгрузить. Из-за этого, наверное. Ну ладно. То есть вот здесь я сделал два пальца вот так свел. Тут будет у меня эта ромашка. И здесь он будет смотреть. Вот. Также мы можем эту развернуть. R. Так вот взять, этот поджать, вот этот. Этот наоборот сюда. Тут я поднял эту ногу немножечко. А это сюда сделал. То есть вот вам и позинг. То есть то, чего я, в общем-то, и хотел, желал очень сильно. И оно стало получаться после того, как я попробовал это дело. Сейчас посмотрим, отключим этот. Вот видите, он чисто по-человечески держит эту штуку и рассматривает. Ну что ж, на этом, ребята, мы закончили первую часть, а дальше пойдет всякие цветочки украшения.